Где дедуля? Он в машину пошел. Ну как ты аттракцион себе купишь? Не крутой аттракцион совсем? Нет, совсем. Что тебе больше всего там испугало, Кирюш? У меня руки трясутся до сих пор вообще. А ты весь вообще трясешься, да? Какой самый страшный был аттракцион? Карусели, паровозики, это колесо обозрения, лодочки. Какой самый страшный был? Паровозик. Паровозик самый страшный был, да? Это вообще какой-то не паровозик, а прям как гонки какие-то были, да? Вообще чуть не вылетели оттуда, да? Я сам испугался, сынок. Я даже дожал. Ну? А почему тут не услышал мужик? А гремело сильно все, поэтому он не слышал ничего. Он в кабинке сидит, там смотрит и ничего не слышит. Больше сюда не пойдем, да? Да. Я сам испугался. Лучше отодвинусь. От кого? От меня? Нет, от этих голов. Че, пойдем на лодочке, может быть? Или на карусель, на ту, где мы первый раз с тобой катались? Вот это хочешь? Не, на то. Пойдем? Пойдем. Стой. Она...